Тут машина где-то. Разведчик пошел. Пытается. Давай, давай, еще хотя бы метр. Только снега выпало, еще идет. На данный момент 8:30 утра, 23 января, воскресенье. В соседнем хуторе Островская щель раздавила какой-то барак, люди остались без жилья. То есть это уже стихийное бедствие. Это уже не смех, не веселье. Вместо того, чтобы прекратиться наконец, снег повалил с еще большей силой. Вот такими вот огроменными хлопьями. Просто гигантскими хлопьями. Это ужас.